Вода. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Авторы идеи Майкл Данте Ди Мартино и Брайан Конецко.